Всем привет! Вот имеем морковку, 10 килограмм. И попробуем выжать с нее сок. И посмотрим, сколько получится сока с 10 килограмм. Вот наша чудо-машина. Ну и попробуем мы с помощью ее выжать сок. Погнали! Все, осталась одна морковка. И давайте посмотрим, сколько с такой морковки получится сока. Чисто с одной. Смотрим. С одной морковки вот сколько сока получилось. Давайте померим, сколько это будет сока. У меня есть такая мерка, до 80 грамм. Давайте посмотрим, есть ли 80 грамм сока с одной морковки. Почти 75 грамм сока с одной морковки. Вот сколько получилось стертой морковки. С 10 килограмм. Имеем кастрюльку. Перельем сок сюда с этой. Литровая банка. Будем ей мерить, сколько мы выжали сока из 10 килограмм морковки. Пустая. 1 литр сока. Есть. 2 литра сока. Три литра сока. 4 литра сока. 4,5 литра сока, друзья. Из 10 килограмм морковки получилось 4,5 литра сока. И выжатой морковки 7-литровая кастрюля полная. На этом я заканчиваю. Всем здоровья, добра, до новых встреч.